Плата родителям. Христианская притча. Некий мирянин сказал старцу: «Батюшка, родители мои все плачутся и бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее бы с жизнью расстались, нежели с тобой. И чем же теперь ты хочешь им отплатить?»